усім цікаво таку тему з приводу Російської Федерації, те, що вони люблять брати не своє. Да? Я дуже хорошо розобщалася з казахами і дуже багато полезної інформації від них почерпнула. Да? К своєму великому удивленню, або сожалению, я цього не знала. Видимо, в силу возраста, і скажу даже більше вам, да, многі мої знакомі цього теж не знали. Але це буде полезно вот узнать. Смотрите, оказывается, що Російська Федерація присвоила себе многие казахские земли, да, и они переименовали эти города уже на русский мотив и, в принципе, забыли историю, да, и об этом они не говорят, да, но так как, в принципе, они считают, что им все принадлежит, а историю пытаются вообще стереть. Так вот, смотрите, да, мне пишет мой подписчик, да, что многие, значит, земли в составе Белой Орды, казахского ханства, это Астрахань, потом, да, Волгоград, это бывший Сарысу. Вы слышали, есть такой город Сарысу или Сарысу, поправьте меня, да, переименовали, потому что они не хотят ничего коренного, чтобы там осталось. Сарысу, да, Оренбург, это был Оренбор. Посмотрите, как они быстренько, да, историю, да, меняют, и меняют название городка. Зачем менять Оренбург, красивое название, Омск, это было Омбы, да, Саратов, было Сарытау. И таких земель очень много, вы смотрите, по какой тактике они идут, они...